Налоговая просит жителей Хакасии заплатить налоги пораньше. Уже через месяц у службы сменятся реквизиты. Это связано с тем, что в республиканском управлении проходит оптимизация. До конца года закроются все районные отделения, и налоговым администрированием теперь будут заниматься только специалисты в Абакане. Реорганизация идет как раз в тот момент, когда жителям республики необходимо заплатить налог на недвижимость и транспорт. И если это сделать пораньше, то квитанции можно заполнять как прежде. А если после 15 ноября, то специалисты просят обратить особое внимание на платежные реквизиты. Они будут уже другими. В сводных налоговых уведомлениях для реквизитов платежных документов указаны на сегодняшний момент получателям межрайонные инспекции. Поэтому по таким реквизитам необходимо произвести оплату до 15 ноября. В случае же, если оплату будет производить физическое лицо с 15 ноября по 1 декабря, в этом случае получателям платежа необходимо указать Управление Федеральной налоговой службы по Республике Хакасия.